установить и активировать O-Safe Kids на устройстве ребенка. Давайте установим и активируем O-Safe Kids для Android. Перейдите в Google Play на смартфоне вашего ребенка. Найдите и установите приложение O-Safe Kids. Запустите программу, введите номер телефона родительского устройства и пароль, который вы указали при установке приложения. Очень важно использовать единый номер телефона на родительском устройстве и на устройстве контролируемого ребенка. Укажите имя и возраст вашего ребенка и создайте новый профиль. Предоставьте приложению расширенный доступ к данным смартфона и завершите его настройку. Готово! Вы можете присматривать за вашим ребенком на вашем мобильном устройстве. Для этого также скачайте и запустите O-Safe Kids у себя на смартфоне или планшете. Введите ваш номер телефона и пароль. Активируйте родительский режим. Настройте все необходимые вам правила контроля и отслеживайте активность и местоположение вашего ребенка в реальном времени. O-Safe Kids обеспечивает непрерывную заботу о безопасности ваших детей в виртуальном мире.